9 декабря в 4-й школе прошла научно-практическая конференция для старшеклассников города Десногорск. Ее организаторами выступили Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ и Обнинский институт атомной энергетики. Мы привезли профориентационную информацию, мы привезли стендовые материалы, очень насыщенные, буклеты и так далее. То есть ребята смогут еще и визуально познакомиться, да, с выбором будущей специальности и погрузиться в нее через интерактивные занятия. Ребята познакомились с факультетами вузов в игровой форме под названием «Материк непохожих». Ученики 11 классов школ города Десногорск проходят профориентационный квест по следующим наукам – кибернетика, ядерная физика, экономика и биотехнология. Это поможет выпускникам расставить приоритеты на будущее и выбрать правильную профессию. Ученики школ посетили интерактивы по кибернетике и фармации, игровые занятия «Построй свою АЭС» и «Самолетная фабрика», лабораторные занятия по анатомии. Посмотрите, вот эта косточка называется лопатка. Вот эта косточка называется лопатка. Посмотрите. Значит, эта косточка, а по-русски она называется крыльцо. Я считаю, что это очень интересный формат обучения. В Десногорске это огромная возможность посмотреть институты, так как... Может быть, у некоторых нет возможности выезжать. Очень интересно, познавательно. У молодых студентов, ну и уже не у молодых, у студентов магистратуры мы увидели опытов больше, чем мы увидели опытов на уроках химии. Молодые атомщики САЭС помогли в организации данного мероприятия. Все школьники были награждены сертификатами об участии.